сюда. Мне не нравится эта идея. Ой, ладно, понятно. Удачи. В подъезде без обуви. Вы знаете, все в порядке, но на всякий случай не забывайте 2 раза в неделю смазывать набойки пихтовым маслом. Всего доброго. При определенном давлении и правильной температуре пробка из-под шампанского вылетает из бутылки практически без пены. До сих пор не могу вспоминать эту историю. Воспитанный мужчина